Всем привет, меня зовут Илья, и прежде чем начать обзор бас-гитары, хочу сказать пару слов о своих соцсетях, о своем YouTube-канале, о будущем своего канала в контексте последних событий, куда это все будет развиваться, как я буду дальше действовать. Во-первых, YouTube-канал никуда не денется, я продолжаю его снимать и буду продолжать выкладывать весь свой основной контент сюда. Поэтому не забывайте подписываться, кто смотрит без подписки, не огорчайте меня, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал обязательно. Также у меня есть Boosty, тоже превращается в основной канал потихоньку. Огромная библиотека обучающих материалов для бас-гитариста у меня там уже собирается, собрана и продолжает развиваться. Нет аналогов в СНГ, я ее пополняю, а у меня огромное количество материала обучающего, которое нужно еще переработать, переделать, записать, все это выложить. Физически невозможно за раз, поэтому постепенно я наполняю свой Boosty канал, и там уже есть огромное количество материалов, которых нет на моем вот сейчас, на то, что вы сейчас смотрите, на вот этом канале на YouTube. Там огромное количество материалов, которых здесь нету, более серьезно углубленный именно обучающий контент. Boosty принадлежит Mail.ru, поэтому навряд ли какие-то проблемы возникнут с ним, навряд ли он куда-то денется, поэтому как бы будьте спокойны, заходите и подписывайтесь, это очень важно. Также у меня есть ВК-канал, тоже уже давно он существует, практически с самого начала основания моего YouTube-канала я его завел, он больше как такая информационная поддержка моему основному каналу, я какие-то там что-то спрашиваю, какие-то посты делаю, какие-то выкладываю там тоже материал, может кому-то удобнее ВК смотреть, тоже навряд ли куда-то ВК денется, поэтому тоже не забывайте подписываться, там тоже будет выкладываться мой музыкальный, басовый, обучающий контент, обязательно будет продолжать выкладываться. Также я завел на всякий случай Telegram-канал, хотя мне не нравится Telegram, как он выглядит, мне неудобный, там видео только 2 гига максимум можно выкладывать, нельзя сделать фон, какую-то превьюшку, все как-то мне неудобно, не очень мне нравится вообще. Но я на всякий случай завел, так что все ссылки на мои соцсети будут в описании, не забывайте подписываться, мне будет очень приятно, и давайте заниматься музыкой, давайте обсуждать, давайте общаться на музыкальные темы, это отличное занятие, лучше, чем что можно заниматься, это учиться, заниматься музыкой, в общем, подписывайтесь. Итак, дорогие друзья, сегодняшнее видео мы с вами будем разбирать вот этот замечательный инструмент фирмы Cort, бас-гитару с 5 струнами. Это подписная модель Джеффа Берлина, которую он работал совместно с компанией Cort много лет и воплотил в нее все свои, так сказать, желания, все свои фантазии, все свое воображение. Он вложил душу в этот инструмент для того, чтобы получить идеальный звук, для того, чтобы получить, так сказать, лучшее с 62-го года пассивный инструмент. Мы сегодня разберемся, получилось ли у него это или не получилось, посмотрим, какие есть плюсы, какие минусы, что удалось, что не удалось, я скажу свое мнение, что мне понравилось, что мне не понравилось. В общем, присаживайтесь поудобнее, начнем. Начнем с электроники. Здесь у нас на борту стоят два датчика типа Humbuckers, каждая с двумя катушками фирмы Bertolini. Не стандартный МК-1, который ставят на все карты, а и кастомовые датчики, которые разрабатывал Джефф Берлин совместно с фирмой Cort. Кастом датчики необычные. Огромными буквами написано Bertolini. Вот. Как сам Джефф Берлин говорил, он пытался добиться наиболее сочетаемый звук вместе с фортепиано. Это нам косвенно намекает о том, что этот бас все-таки больше нацелен на джаз, на фьюжн и на тому подобную музыку. Неудивительно, ведь Джефф Берлин именно фьюжновый бас-гитарист. Поэтому те, кто хочет играть металл, тяжелую экстремальную музыку, стоит подумать и хорошенько, так сказать, еще раз подумать, стоит ли им брать этот бас. Значит, пассивная электроника здесь, это важно, простая, довольно максимально простая электроника, неактивная. Лично мне нравится пассив больше, чем актив, он проще, он более динамичный, отзывчивее, более такой винтажный настоящий звук. Все зависит от вашего тона в пальцах в большей степени, нежели от того, что вы накрутите. Наиболее честный звук. Здесь у нас три крутилки, если мы видим, по типу джаз-бас. Похоже на джаз-бас. И, наконец-то, Cort сделал удобный крутил, когда я могу и поиграть мьютом. И у меня рука не будет здесь вот упираться и крутить громкость, крутить тон, как на обычных картах C, A серии. Там крутилки прям впритык, это неудобно. Здесь они Cort сделали по-умному, такая отсылочка на джаз-бас. Сразу понятно, чем вдохновлялся Джефф Берлин, чем вдохновлялся Cort. Джаз-бас. Развитие джаз-баса, так сказать. Такое, некое. Некое развитие в эту сторону, развитие вот этой вот пассивной основы. Значит, ну а здесь есть отличие. У нас три крутилки, одна отвечает за громкость. За общую громкость. Тут одна крутилка громкости. Одна крутилка посерединке отвечает за баланс датчиков, соответственно, бриджевый, нековый. Вот. И тон. Ручка тона. Вот мы убираем.
вот мы прибавляем. Вот таким вот образом. Похоже на джаз-бас, но на джаз-басе у нас на каждый датчик отдельная ручка громкости. Здесь все сделан баланс одной, так сказать, одной крутилкой мы делаем баланс, другой громкость. Ну, это тоже удобно. Это не сказать, что плохо. Очень удобно. Значит, с электроникой разобрались. Идем дальше. Здесь у нас еще, что бросается в глаза, нестандартное расположение датчиков. Мне лично показалось неудобно. Если посмотреть на видео, поискать Джеффа Берлина, его старое, у него даже школа есть, там он учит слэпу, тэппингу, такой прогрессивный басист. Вот. Он, у него на всех басах именно впритык бриджевый датчик расположен к нас порожку, бриджу самому. Значит, соответственно, для чего это сделано? Как утверждается, это сделано для того, чтобы получить максимально крутой, максимально насыщенный в плане обертонов, в плане частот, частотный диапазон шире, в средней позиции. Якобы заявляется, что именно в средней позиции бас звучит просто волшебно. Так как добивается вот это широкое расположение датчиков, добивается вот этот наибольший частотный диапазон в звуке. Ну, окей, в этом, может быть, и есть смысл, но мне не понравилось, что вот в этой позиции играть стало очень трудно. Если мы играем в бриджевую позицию, хотим получить читаемый звук, серединистый, у нас постоянно, у меня лично, пальцы упираются в датчик. И это неудобно. Если посмотреть, как играет Джефф Берлин, у него немножко рука, вот я не знаю, как они так играют, вот эти фьюжновые, у них немножко под углом как-то вот, как-то они, я так даже не могу. То есть у них немножко рука под углом, под каким-то там, я не знаю, 45 градусов, допустим. У меня же прямые пальцы, и они постоянно убиваются в датчик, упираются. Это неудобно, это создает лишние какие-то призвуки. Это получается, что мне нужно датчик опускать. А зачем? Я не хочу опускать датчик. Это будет другой тон, другой уровень громкости, поэтому мне лично неудобно. Ну, это дело привычки. Конечно, можно привыкнуть, но другой вопрос, зачем? Идем дальше. Фурнитура. Фурнитура золотого цвета на любителя. Выглядит дорого-богато, но это кому как нравится. Бридж у нас фирмы Babich, какой-то запатентованный, массивный. Выглядит довольно внушительно и серьезно. Вот. Но не знаю. Значит, крутилки золотого цвета, три штуки, такой же под цвет бриджа. Идем дальше. Колки. Колки мне понравились. Это фирмы HipShot.
как они утверждают, суперлегкие, мегалегкие, они не должны якобы как бы добавлять весу грифа, лучше сбалансированные и тому подобное. Но если посмотреть, инструмент не очень сбалансированный. То есть, например, у меня был А5 дорогой серии, там гораздо было лучше с самим балансом, но, опять же, здесь, мне кажется, намного более массивный гриф, сам по себе толстый, более широкий. Опять же, отсылка к фондерам, очень похож на фондеровские грифы, на сквайровские даже, я бы сказал, широкий, 21 лат у нас. Вот, и балансит этот инструмент, конечно, ну, оставляет желать лучшего, несмотря на то, что здесь хипшот, вот эти дорогие колки, которые якобы для вот этого баланса. Вот, но за баланс здесь нельзя поставить какой-то плюс. Значит, вернемся, 21 лат, это хорошо, 21 лат это лучше, чем 20 фондеровских. Я как-то объяснял, почему, потому что у нас 21 лат, это тут нота ми. И здесь нота ми, если мы берем классический четырехструнный бас, это удобно, когда у вас ми и ми. То есть 21 лат это, конечно, лучше, чем 20. Поэтому это тоже такое развитие. Дальше, что касается самого грифа. Вот мне понравилась здесь пятка срезанная, то есть доступ хороший к 20-му ладу. Спокойно мы, как бы, у нас есть доступ, срезанная пятка, удобная. То есть у меня, например, есть Ibanez, вы знаете, там не срезанная пятка, неудобный доступ, это минус. Здесь это они позаботились, это круто, за это плюс. Подведем итог, какие есть плюсы и какие есть минусы, которые я нашел, обнаружен лично для меня. Первое, хочу сказать о звуке, хотя звук это довольно субъективная вещь, все слушают по-разному, всем нужен разный звук, это, так сказать, сколько людей, столько мнений, никуда от этого не деться. Но в целом мне звук понравился у этого инструмента, то, что я слышу на записи, то, что вы слышали, в линию записанное, меня не вызывает рвотных порывов. И плюс еще к тому, что мне нравится, это отход. Компания Cort немножко отошла от своих традиций, этот активные инструменты, вот эти Bartolini MK1, вот эти сквозные грифы, вот этот матовый, какое-то красное дерево в корпусе, вот эта вот основа активная. Они сильно отошли от этой, так сказать, от этой концепции и сделали совершенно другой инструмент, совершенно новый. Он не похож ни на один А, Б серии, С, совершенно другой. Здесь уже мы видим проход к Фендеру, то есть развитие 62-го года Фендера, вот это вот, скорее даже джаз-баса по своей сути, по своей основе, такой вот модернизированный джаз-бас от Корта совместно с Джеффом Берлином. Это все плюс. Минусы. Минусов, на мой взгляд, больше. Во-первых, валится струна здесь чуть-чуть, ну, практически на грани сваливания. Бывает. Мне это не понравилось. При записи у меня пару раз струна свалилась, и мне пришлось из этого дубль перезаписывать. Зачем мне это надо дубль? Я теряю время на этом. И если я прихожу в магазин, например, вижу инструмент, у меня начинает чуть-чуть намек на то, что и сваливается струна первая, я уже, скорее всего, этот инструмент не куплю. Вот. Но это такая болезнь, распространенная для пятиструнных инструментов, потому что как бы много струн, и бывает, что вот зачастую бывает, что струны валятся. Это не критичный такой момент, это можно исправить. Сходить к мастеру, самый простой способ, он переделает порожек, сделает его уже, тем более здесь пластиковый порожек, из него можно сделать там костяной или металлический, его сделать поуже, и тогда эта проблема исчезнет. Но все равно это как бы какой-то такой звоночек, какой-то такой осадочек остается, что где-то инженерные, где-то косяки с геометрией, либо какие-то инженерные сами по себе косяки. Потом, мне не понравился баланс, он хуже, чем на А-инструменте, опять же, будет у вас валиться. Ну и третий минус — это цена. Этот инструмент, как мне сказал директор магазина, сейчас стоит 91 тысячу, как бы это нереальные деньги, и, конечно, любой японец, например, бэушный, какой-нибудь там за 50-60 тысяч будет предпочтительней и по звуку, и по всему остальному. Поэтому вот эта цена, это, наверное, пожалуй, самый главный минус этого инструмента, что делает его практически, ну, нерентабельным, на мой взгляд, когда есть уже БУ рынок. Вот такой мой вердикт сегодня. На этом все, дорогие друзья. Пишите свои комментарии. Может быть, я что-то забыл. Я бывает, обзорщик из меня так себе. Я бывает, что-то забываю, что-то не так говорю, не то настраиваю. Как бы я не обзорщик, в основном музыкант, поэтому это как бы дополнительный контент, так сказать. Дополнительный контент, есть возможность о чем-то таком самому развиться, посмотреть. В общем, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на все мои соцсети, которые я сказал в начале видео. Ссылочку оставлю в описании под видео. В общем, мне будет очень приятно. И те, кто смотрит без подписки, тоже обязательно подписывайтесь. Вот, это очень важно. Все, всем спасибо, всем пока.